Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам интересные факты об английском бульдоге. Английские бульдоги очень умные, добрые и верные собаки. Их внешность, которая может показаться грозной на первый взгляд, обманчива. Представители породы крайне дружелюбные. Они обожают играть с детьми и хорошо уживаются с другими домашними животными. Английские бульдоги обладают рядом интересных физиологических особенностей и имеют очень занимательную историю происхождения. Мы собрали самые удивительные факты о представителях данной породы и готовы представить их вам. Прародителями английских бульдогов считаются молоские собаки – аборигенная порода, обитавшая на островах Древней Греции. Моряки завезли молосов на британские острова, где они стали скрещиваться с местными аборигенными породами. Так появились бульдоги – собаки, которых с 13 по начало 19 века использовали для публичной травли быков – крайне популярного зрелища в то время в Великобритании. В 1835 году был принят закон, запрещающий такие кровавые шоу. Чтобы сохранить бульдогов, несколько заводчиков стали с помощью селекционной работы создавать новую версию этих собак. Постепенно из агрессивной бойцовой породы бульдоги превратились в истинных джентльменов. Эти собаки приобрели такие качества, как спокойствие и добродушие. При этом у них осталась их отвага и преданность владельцу. Сегодня английские бульдоги считаются национальной породой Англии. Английские бульдоги обладают высоким интеллектом и чувством собственного достоинства. У этих собак на все есть свое мнение. Именно поэтому представителей породы нельзя жестко дрессировать, с ними нужно уметь договариваться. Этих животных крайне важно воспитывать с самого раннего детства. Жара – настоящее наказание для английских бульдогов. Гуляя в жаркий солнечный день, английский бульдог может перегреться и начать задыхаться. В жару хозяевам этих собак важно постоянно смачивать шерсть питомца водой и следить за состоянием его носа. Английские бульдоги – шумные собаки, и такая особенность связана вовсе не с активным характером, а с физиологией этих животных. У представителей породы необычное строение морды, поэтому они часто хрипят, чихают, а по ночам и вовсе громко храпят. В большинстве случаев у английских бульдогов возникают трудности с воспроизведением потомства. У представителей породы очень крупная голова и необычное строение черепа. Поэтому большинство щенков этой породы появляются с помощью кесарева сечения. Таковы интересные факты об английских бульдогах, истинных джентльменах собачьего мира. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!